Закладка в особо крупном размере. Сотрудники транспортной полиции в районе железнодорожного переезда Караганда-Караган-Озек задержали подозрительного мужчину. При детальной проработке выяснилось, что был пойман распространитель с большим опытом. В районе железнодорожного переезда Караганда-Караган-Озек задержан 34-летний карагандинец, у которого при личном обыске обнаружена пипетка с психотропным веществом. При допросе он указал, что сам является зависимым на протяжении 5 лет, а на место задержания пришел, чтобы поднять закладку, координаты которой скинули админы телеграм-канала, где он работал в качестве закладчика. На указанных координатах найден сверток с запрещенным веществом в особо крупном размере, общим весом около 450 грамм. Но на этом еще не все. На арендуемой им квартире были обнаружены доказательства, подтверждающие преступную деятельность, в числе которых расфасованные закладки, электронные весы, изоленты, зип-пакеты и различная посуда для расфасовки наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств составил около 500 грамм, что составляет около 2000 разовых доз. Отмечено, что за 4 месяца проведения операции «Карасура» подразделение транспортной полиции выявлено 155 наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято свыше 172 килограммов наркотиков. Подозреваемый санкции суда арестован. За хранение наркотиков в целях сбыта в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Полиция напоминает, что наркотики представляют повышенную опасность для общества и преследуются в соответствии с действующим законодательством.